Ну, в общем-то, нашлась и третья проблема, по которой мотор не запустится в ближайшее время. Это ведомый шкив сцепления первой передачи. И вот видите, да, столбик колоды пускового сцепления немножко по сварке отошел. То есть прихват был в маленьком месте, и от нагрузок ему стало плохо. Так что помимо переклейки накладок сцепления первой передачи, нам будет необходимо будет столбик пускового сцепления подправить, ну, звездочку изношенную. Вот она, кстати, циркулярной пилой выглядит. Ну и кикстартер. Итого 4 проблемы надо решить по мотору, чтобы он запускался хоть более-менее нормально, не смотреть ему вовнутрь. На этом по Stella Challenge второму на сегодня все. Как говорится, совершенству нет предела. Все вот эти вот липучки имеют характерную особенность. Видите, рабочая часть только край кромки. И сегодня на рынке я приобрел супер мини липучку. Я сказал на 80 миллиметров, а дядька оказался за 40 гривен на 70 миллиметров. То есть вот эта вот нерабочая часть будем отрезать, клеить и пользоваться по полной. Кстати, она, вот эта вот маленькая липучка, очень хорошо вот эти вот изгибы картера сможет. Видите, вот радиус как будто вот сюда вот. Вот как оно сюда и надо. Не жалею. Класс. Это только, кстати, у одного мужика на Курчатовском рынке было. Там у него и щетки медные, мягкие, но там стоит 200 гривен. Ну ничего, подкопим и уже возьмем у него эти мягкие щетки специальные. Вот, он единственный, кто из всех на рынке указал, что есть специальные щетки, которые не врезаются в алюминий. И ему все благодарны за них. Так что копим, купим, отчитаемся. Спасибо всем за внимание. Всем пока.